говорила, я здесь не первый раз и, надеюсь, не последний. Я всех приглашаю. Для того, чтобы хорошо жить, я говорила, и хорошо работать, надо приезжать сюда, потому что вы будете здесь жить и получать все удовольствия, и неземные тоже, потому что здесь как поток энергии, воздух, море, питание. Кстати, о питании здесь даже слишком много. И плюс еще можно получить индивидуальное питание. Если человек хочет посидеть на диете, хочет стать еще лучше и краше, вот тут, в общем-то, идут навстречу и диет врачи, и, соответственно, кухня выполняет все твои требования. И очень большие порции я бы сократила, чтобы людям больше хватало сил бегать на море. Их, наверное, и они не существуют. Так далеко, что где-то там далеко, и там где-то проблемы физические далеки очень. И сразу жить хочется, работать хочется, дерзать, творить, приглашать сюда людей, отдыхать, потому что результат виден. Я очень по себе физически чувствую. А раз физическое тело здорово, то духовное будет подтягиваться, и наоборот. Духовное подтянуло физическое, физическое подтянуло духовное, и мы живем в гармонии сами с собой. В конечном счете, с природой это тоже. Место великолепное, воздух чудесный. После большого шумного города здесь вообще незаменимо. Здесь просто нужно жить. Не зря я уже один месяц здесь живу. И надеюсь, еще на следующий месяц я здесь обязательно буду. Потому что 12 дней не хватает для того, чтобы оставить все проблемы города, болезни, неудовлетворенности. А вот для того, чтобы получить все это, нужно больше, чем 12 дней. Надо хорошо отдыхать, чтобы потом хорошо работать. Здравствуйте. Я приезжаю в санаторий Сергея Лазо второй год подряд. В прошлом году, когда мы выбирали, где лечить мои больные суставы, выбор был между Израилем и вот этим санаторием. И мы выбрали санаторий Сергея Лазо. Второй год приезжаем сюда, и я не жалею о том, что прохожу здесь лечение. Очень сильные грязи, море, лиман. На лимане очень такой свежий воздух с запахом водорослей. Хорошая солнечная погода, рядом море. В общем-то, отдыхать можно. Хорошие пешие прогулки до моря. Тоже считаю, что большой плюс, что моря нет там не в 10 метрах, а нужно прогуляться до этого моря. Ну, в принципе, о себе. Меня зовут Владислав, из Санкт-Петербурга. Живу и работаю в Санкт-Петербурге. Наверное, все. Сергейка, они плачут и линишки. Почедури лесенбуни, латим. Вкусный виним шлану Витор. Qualcosa. Perché mi piace la mia Sergheta? Perché sono buone le procedure, il tempo lo abbiamo sempre trovato piuttosto buono, si trova anche della buona compagnia, si mangia anche sano. Очень понравилось Сергеевке, очень хорошие люди, море рядом, процедуры очень полезные. Надеюсь, нам очень помогут они.